Юные футболисты текстильщика примут участие в Кубке мира. Неделю назад в Московской академии футбола «Барса» проходил отбор игроков, которые представят Россию на турнире «Барса Академи World Cup». Это соревнование среди футбольных академий со всего мира. Мини-сборы в Москве длились неделю. Все это время ребята тренировались под руководством испанских тренеров. Сборы такие были у нас довольно-таки интенсивные. Первая тренировка у нас была совместно с ребятами из Барселоны. Вторая уже тренировка была конкретно уже мы наигрывали игровые связи, то есть игровая больше тренировка была. Ну, тоже все совместно с испанскими и тренерами, и игроками. По итогам сборов 10 воспитанников спортшколы Олимпийского резерва номер 1 отобрали для участия в международном турнире, который пройдет в Барселоне с 14 по 19 апреля. Среди тех, кто поедет в Испанию, 6 футболистов 2007 года рождения, 1 2003 и трое 2004. Нападающий Ярослав Яблоков как раз вошел в эту тройку. Предложение выступить в Барселоне стало для юного спортсмена неожиданностью. Но теперь он готов приложить все силы, чтобы достойно представить и Россию, и Ивановскую школу футбола в частности. Выкладываюсь на все 100%, чтобы показать себя лучшим на чемпионате мира. Доля ответственности есть, но надо забыть играть в свой лучший футбол. Отличается очень хорошими качествами для нападающего. Это и голевое чутье, и удар у него хороший слева и справа. Ну, в общем-то, надежда на него очень серьезная, возлагаем. Защищать ворота сборной команды России на чемпионате будет Арсений Федосов. У нас считается одним из основных вратарей. Очень серьезный мальчик, хорошие физические данные. Мне самое главное не пропустить, вот, стараться. Вот. И еще поработать над моими худшими сторонами. Время поработать у ребят еще есть. Неделю перед отъездом в Барселону они тренируются в стенах своей «Альма-Матер» и готовятся показать в Европе футбол в лучших традициях Ивановской школы. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.